Конечно, мы должны договорить. Мы должны договорить. Да он после бани не может, после ходилки. Не, только да. Не вынимай. Не, ну хотя бы поставим какой-то итог. Ты ушел, что не да. Пошла? Потом, пускай продышит, то упадет. Ну ладно. Сейчас я его хочу. Так, ну давайте. Сейчас я пропалю. А? Сейчас. Вы пропалите. Тебя, ага. Чуть-чуть. Меня. Давайте, да. Потому что так, отказывается. Сейчас я посмотрю, все. Тебя. Мы попадаем. Да. Пока конец. Валерий Максимович. Если два веника было, я... И два свежих. Марина Максимовна, ну что, давайте какой-нибудь итог нашей беседы, темы. Справедливость, долг, честь. Во-первых, мы оттуда начали, но почему-то свобода в поле, которая она на сегодняшний день не к всему не городу, потому что каждый свобод понимает по своему смыслу, по своему ведению жизни, по образу жизни. А долг, честь, справедливость – это обязанность. Это еще при царской армии это обязательно было. Можно сказать, что это конституция, там был закон. Долг, честь, справедливость, верность родине. Правильно, присяга царю. Все, четко выполняли. Все этики, уважения, культуры. Вот мы это потеряли. Главное, мы начинаем-то... Почему начали дзюдо заниматься? Только на это уважение. Опять надо... Я еще в 80-е годы это понял, что в преддверии таких этих потрясений я начал прививать чисто уважение. Начиная с детского сада, школьной скамьи, чтобы это главное уважение друг к другу. Почему заповедь уважения во всем мире, особенно в Японии, это преклонение перед старшими обязательно, перед своими сверстниками. Даже вот поклон что означает, правильно? Поклонились друг другу, один победил, другой проиграл. Один говорит, спасибо мысленно, что я проиграл, что ты меня научил. Другой, спасибо, что ты вышел со мной. То, да, я с тобой борюсь. Вот эту заповедь мы не можем привить, потому что страна, я с 80-х годов бьюсь, и все хуже и хуже, потому что я сразу понял, что это школьная программа, я за ней охотился еще в 80-е годы, 90-е, здесь всю Москву бегал. Воспитание подрастающих поколений начинается с уважения друг к другу и к старшим. Много проехал стран, много поездил по азиатским, кавказским странам. И где вот во главу угла, когда стоит глава, главейшина, старейшина, то он, его закон, это закон мудрости, закон честности, порядочности. Как жили его предки, как жили его дедушки, как и он сам жил, он хочет передать своим детям. А мы не можем, потому что на сегодняшний день идет такая тенденция, что вот это, весь этот наш воспитательный процесс затмила вот эта система, как его, можно сказать, смартфонов, интернета. Это никакого общения, это никакого друг с другом, можно сказать, общения и уважения. Потому что они живут в потустороннем мире, конечно, на сегодняшний день это большая проблема, беда нашей России, но а мы идем все равно за теми новыми технологиями, где на Западе. На Западе тоже взять Японию, где очень, очень много информации, где технологии, все там больше самоубийств среди молодежи. Потому что нет общения живого, и они кончают жизнь самоубийством, хотя все имеют, потому что нет живого общения. А мы, вот наши представители и ветеранов, и молодежи, мы сеем вот это добро, которое мы должны дать своим детям, передать. Мы не готовим больших спортсменов, мы готовим сильных, физически сильных ребят, крепких, чтобы они достойно могли представлять нашу Россию, работать, главное. Не больной человек, здоровый человек, он больше приносит. Поэтому все весь западный мир старается заботиться о своих трудящихся, они заботятся о его здоровье, вовремя проходят всякие досмотры, начиная с 40 лет. И для них это рабочее, это ихние деньги. Если здоровый, крепкий работник, то он больше производства даст, чем это. А мы на сегодняшний день готовим больных детей, больное общество и вообще все больное, потому что у нас идет недопонимание. Ну, у них же тоже все поменялось. Да, у нас идет недопонимание воспитательного процесса живого общения с людьми, живого общения с ветеранами.
живого общения с традициями, народными традициями. Даже вот сегодня мы в бане сидим, это народная традиция, это народная, это собирает людей, где люди собираются по интересам, высказываются мысли, не просто там отдыхают, пьют и весятся, а потому что мы соблюдаем традиции, древние традиции русских бань. Мы за счет здоровья, укрепления, закаливания тела, мы вот даем молодежи пример. Поэтому это тоже это общение. Поэтому хорошо, что есть такие люди, которые собирают, которые направляют, которые, конечно, вот эта дискуссия, она необходима везде, в каждой ячейке, в каждом каком-то обществе, чтобы мы размышляли правильно, есть какие-то именно сегодня поставленная вот, честность, порядочность, справедливость, долг тоже туда надо. Поэтому вот это самые интересные моменты, которые мы должны внутри себя понять и дать дальше развить. Тогда будет у нас крепкое, сильное общество, будущее поколение крепкое, сильное, а не наркотики, не это. Мы воюем со всеми. Мы как на переднем крае войны, мы боремся с олигархами, боремся с этими коррупцией, мы боремся с чиновниками, самое главное, самые вредные, самые для нас эти опасные люди, это чиновники. Они не дают возможность работать никому. Они смотрят только на своего хозяина, смотрят на того, чтобы сделать прибыль. И ну, для себя это, чтобы получали, сидели на рабочем месте, получали деньги, и у них больше ничего не заботит. Поэтому за баню, за традиции, за порядочность, за честность, за справедливость. Ну а свободу понимает каждый как может. Кто-то с деньгами больше имеет, думает свободный, кто-то наоборот, я летом в леса, поля, наши просторы Якутии, всю Якутию видел с детьми. Вот для меня свобода, для меня рай жизни. Я лучше 7 кусок хлеба черствый и детей приучаю им спать в палатке, в спальниках, чувствовать природу, воздух. Все это самое свободное. Поэтому привязанные к мегаполисам, это тяжело. Это не знаю, кто из них будет. Поэтому спасибо всем с легким паром. Да, и ну не уходим, но я думаю, тему-то мы не можем развивать. Нам говорят, до свидания. Ну, спасибо всем, кто пришел. Кстати, вот, пришла молодежь. Сегодня я брал, что в гостях у нас в Астрахани молодой человек, Стас занимающийся дзюдо. Друг вспомнил, где он сейчас, где какими путями, где оказался. Хорошо хоть где. Сейчас, я думаю, найдем телефон, я возобновлю связи с ним, и я буду общаться. Так, Валерий Максимович, спасибо. Кто-то хочет еще добавить что-то по поводу справедливости, долга, чести, какие-то новые? Да, Олег? Да, то есть я в продолжение к тому, что вот, внимание, вопрос. Поддержка может быть какая-то политическая у тех людей, которых воспитали каким-то способом. То есть, скорее всего, вот для меня вопрос... Пускай музыку играет. Да. Танцуем все. Ты что? Говори. А, под музыку? Ну, я к тому, что воспитание это является... Вот мы, Рома говорил, надо любить, а я в то же время считаю, что надо и воспитывать. Пытаться передать какие-то свои мироощущения, понимания. Тем более, есть избыток. Я бы не собирался это делать, если бы... Ну, своим детям-то надо отдавать то, что тебе кажется правильным. Поэтому воспитание, вот это и есть какое-то продолжение политической борьбы. Потому что эволюция, она именно воспитание. Надо тихо и сапой делать эту работу, которая формировать людей, которые, я не знаю, мне кажется, они будут благодарны, вот если честно. Должны. Должны быть, потому что, Ром. Надежда? Нет, не надежда. И Олег как раз безнадежный, мне кажется. Но, а что мы еще можем делать? Мы по большому счету можем только как бы... генерить тот же самый код, который мы получили, вот острие бритвы, передать самую микотку дальше. А когда мы говорим, у вас свобода, и кто-то им другую микотку, потому что они ищут эту микотку. Молодежь всегда хочет что-то получить и прикоснуться к чему-то важному. Так надо показывать, какое важное было у нас. Вот показывать старшее поколение, какое оно было, какие они вещи делали. Как это насколько удивительно сейчас кажется, что люди могли совершать героические поступки. Но сейчас скажут, что это был коммунизм, это было плохо, но глобально хорошее было. Не коммунизм, это царская Россия была. Где? Каменный век. Ты про что? Социализм, коммунизм. Нет, вообще, я дальше иду. Нет. Да, назад.
Нет, социализм. Я еще иду назад. Хорошо. Почему мы уперлись в коммунизм? А почему нет, не в царство? Нет, я просто... У нас сейчас есть какие-то вещи. Мы его не сделали, мы стремились сделать коммунизм. Это мы мыслим, что коммунизм. На самом деле, видишь, мы же перепрыгнули... Да дело-то не об этом. Просто какое-то обрывание корней связано, что кто-то был плохим и действовал плохо. Нет. Может быть, они ошибались, но это были часто героические поступки. В каком-то виде нужно смотреть ту часть, не говорить, что у вас там все плохо было. Сейчас взяли, оборвали все корни. Все кто ходит, оборвал? Покажи мне его. Вот я не знаю, кто это оборвал. Мавзолей лежит. Кто там оборвал корни, но я не знаю. Мы сейчас ему сейчас дадим. Посмотри любой фильм. Мне кажется, они обрывают корни, потому что там какие-то странные люди все злые. Тебе это тревожит? Меня это не тревожит, а просто это неправда. У меня неправда. А у тебя правда. У меня? Это что это за песня? Что хочу, хочу тебя вырежу. Да. Правильно. Так что чего бы ты не говорил? Монтаж. Монтаж. А сидит и нажимает пульт. Выключил, включил, включил, выключил. Промотать. Вы просто не были здесь, вы там уже шашлыки жарили, мы втроем беседовали, болтали. Ужас какой. А это что такое у нас? Записи какие-то. Наверху там борьба с соревнованиями, видишь, кричат? Ломай, ломай, души. Насилие. Смотрит. Над человеком. Над человекоподобным. Олег, а ты справедливый? Да. А ты долг исполняешь свой? Да, да. А честь имеешь? Да. Ты свободен? Не учен, но... Скорее да, чем нет. Ну, я вопрос свободу воспринимаю как ну, это долг. Я должен что-то делать. Не свободу... А знаешь, в чем преимущество? Нету правильного и неправильного. Что ты сказал? Какое слово ты сказал? Работать. Не расслышал. Мякушка он сказал. Мякушка. Мякушка. Всем по мякушке. Да, вот... Ну, в общем, конечно, наши эти опять всякие умозаключения ни к чему хорошему не приводят. Я при всем уважении к тренеру и тренеру из... Валерий Максимович. Да. Валерий Максимович ушел. Валерий Максимович, он сейчас придет. Ну, он на улице. Я считаю, что все-таки концептуальная позиция... Так, выключи звук, пожалуйста. Это должно быть в том, чтобы прояснить, что для каждого свобода. А потом уже дальше идти. Или, по крайней мере, наряду с другими понятиями, о которых ты говорил, про долг там, и так далее, нужно обязательно про свободу говорить. Про смыслы? Нужно определяться в понятиях. Говорим про свободы. Хорошо. Есть слова, а дела где? Одно другому не мешает. Понимаешь, просто пройти, например, путь, ошибочный путь, согласись, как говорится, это не очень правильно. Это не сделал то, что нужно, еще сделал то, что не нужно. 7 раз отмерь, ты же сказал, 1 раз отрежь. Мы делами, как бы, это аллегория, что мы режем. Где сделал дело, уже все, назад не вернешь. Даже слово скажешь, уже не воробей, не поймаешь, да? А уж про дело тем более. Поэтому, мне кажется, очень важно уделять время, особенно вот в таких вот встречах, с понятиями, с понятийным аппаратом. Потому что мы каждый находимся на разном жизненном уровне, там кто-то старше, кто-то младше, кто-то в каком-то социальном положении другом, кто-то в семейном положении другом, кто-то ну, просто в умственном положении другом. Я прошу прощения, я не к тому, что все здесь умнее меня, я не про это, я... Про то, что все разные люди, да, мы, как говорится, вот как-то так наши жизненные пути пересеклись, да, и мы начинаем о чем-то говорить, да, тем более ты вот камеру включаешь там и так далее, да, а мы говорим каждый о разном. Да. А потом, если разобраться, то, по сути дела, все говорят об одном и том же. Разве вот то, что сказал сейчас уважаемый тренер из Якутии, Владимир Максимович? Валерий Максимович. Валерий Максимович. Разве кто-то против? Все как бы за. Ну, это его точка зрения. Да, все за. Он там... ее принес, он с ним уйдет. Да. И Олег так далеко. Каждый останется при своем. Нет, это общение, оно возведено на такой уровень, что оно может послужить тем, что человек
что-то в себе может начать менять. Конечно. А если мы, например, каждый на своей волне там как бы протараторим то, что считаем нужным, и каждый человек даже не поймет, о чем, то даже хорошо, будет, что это есть возможность. Ну, петь, как бы, в туалете, да, или в ванной, в душе, и петь в маленькой компании, а потом выйти на сцену, это разные вещи. Просто нужно, чтобы тебя поняли, для этого нужно договориться о понятиях. Понимаешь? А мы вот говорим, не-не-не, слава Богу, каждый по себе по-разному понимает. Нет, давайте договоримся, как кто понимает. Помнишь, у нас было такое, как ты понимаешь, как ты понимаешь, хорошо, как ты понимаешь. А как ты понимаешь свободу, Влад? Ну, коротко. Блин, опять ты меня в тупик ставишь. Что, никак не понимает, он не понял. Как понимаешь свободу? Станция это за 487 километров от Москвы. Свобода. Все. А там были уже очень крупные бои в курсе. Все, с тобой все понятно. Свобода. А ты как? Свободен. Делаешь все, что хочешь. Делаешь все, что хочешь. Все. Рустем, а ты коротко. Коротко это одна из категорий, которая дана нам Богом, без которой невозможно, без которой невозможно понятие личности, без которой невозможно развиваться и жить. То есть это одна из базовых категорий разумного существа. И, безусловно, со свободой связаны и обязательства, как другая сторона медали. Вот. Но вот свобода – это базовая категория человеческой личности, без которой, без осознания которой, без наличия которой, которое может быть выражаться в свободе слова, в свободе дела, в свободе... Не, ну ты опять, когда ты говоришь, что сейчас про свободу. Это внешняя или внутренняя свобода? Внутренняя, внешняя. Ну давай, ты подумал. Не могу слово, да. Это когда желаемое совпадает с неизбежным. Хорошо. Хорошо, не понравилось, я не понимаю. А свобода, вот я когда желание совпадает с возможностями. То есть... Ну это... Для меня. Это тост. Это тост! Я вот тебе, скажем, задал, а потом тоже, ну как бы я врасплох, да, тебе задал, ты так сразу, и Лёг тоже там, Олег и так далее. Ну, Рустем, он, мне кажется, ну вот смотри, вот... А ему любой задаем. Хлеб, это там пшеничное пшено, перемолотую муку с водой, сделанное для питания. Вот мы определили, что такое хлеб. Нет, я возражаю. Это всему голова, можно сказать. Я хотел бы дальше не возразить, хотел бы дополнить. Да. То есть, если мы рассматриваем с такой позиции, то ты прав. Да. А если мы дополняем, то мы говорим, что такое хлеб. Да? Хлеб кого я хотел это показать? Результат земледелия. Меня сейчас, да. Результат земледелия. Если ты землепашец, то значит у тебя есть хлеб. Значит, там это что? Образ жизни, там где появляется родина, да? Где появляется образ мысли о том, что на месте, там, где ты живешь, не гадят. Где появляется традиционность, не оседлость, а уже хлеб. Это хлеб, это в хлебе. С другой, с эзотерической точки зрения, хлеб – это пища зерновая, через которую передается, в человека входит душа другого живого существа. Знаешь, через зерно. Душа другого живого существа вошла... Через любую пищу, которую мы собрали. Нет, через зерновую. Почему? Ну, вот эзотерические знания говорят о том, что именно через зерновую пищу в чрево, значит не в чрево, а в мужчину входит душа другого живого существа. И, скажем, при акте любви эта душа попадает в семью. Хорошо. В лоно. То есть это уже как бы... Вот что такое хлеб. Да. А я вот все-таки, у меня вот такая мысль возникла, мое понимание, вот свободы на сегодняшний день, в сегодняшний момент, время, место, обстоятельства, да? Вот это нам понравилось. Да, у меня так, свобода это делать, что можешь делать, и будь что будет. Съемки идут, да? А я сегодня ко мне. Как смогли. Да. Вот. Да. Так что вот мое такое вот на сегодня. Делать, что можешь? Делать, что можешь делать, и будь что будет. Вот это некое такое мое вот на сегодняшний день понимание кредо. Свободы. Это твоя нет, кредо. Ну, свобода. Это не кредо, свобода. Можешь и хочешь. И считаешь правильно. Нет, ну делай, что можешь делать. Это нормально? Ну, я могу, да. Все могу натворить. Твори. Вот и твори.
Будет тогда то, что будет, может быть, мне не нравится. Это уже твои правила, но есть дальше понятие, там, как мы говорили, справедливость. Да? Можно делать то, что можешь делать справедливо, с долгом, с честью. Проясняй. Выполняется. Нет, я просто говорю свободу. А что такое справедливость? Скажи мне, что такое справедливость? Нет, справедливость я могу тебе сказать. Перекидываешь на это. Есть еще такое понятие, как мораль. Я могу делать все, что хочу, и я буду свободен. Но я могу делать при этом аморальные поступки. Ну, опять-таки, у каждого мораль своя, да? Мораль той басни такова. Нет, я с тобой не согласен. Мораль едина. Абсолютно. Мораль едина. Какая мораль? Абсолютно. Абсолютный Бог. Первая ветхозаветная заповедь. Как Бог един. Что она обозначает? Она обозначает, что есть абсолют. И есть абсолют, относительно которого все идет. И ты не можешь говорить, я вот, например... Тогда справедливость намного... едина, да, долг един, честь едина, свобода едина, мораль едина. Да? И все, да? И же с ними. Да, так и есть. На этой ноте мы заканчиваем. А вода бывает жидкая, твердая и парообразная. Да. Но это вода. И мы будем спорить. Вода – это пар, а вода – это жидкость, вода – это лед. Что характерно, при съемках этого видео никто не пострадал. Никто не набил никому щеки. Еще не вечер. Но ягодицы били. Ягодицы били. Если смотрите, смотрите. Вон там бьют. Не смотрите, не смотрите. Свобода. Свобода. Но будьте справедливы перед собой. Честны, да, перед собой? Вот на себя все сваливайте, а потом на нас. Придет решение. Потом я бы не так закончил. Давай. Заканчивает Алексей Борисович Орлов. Пришли к общему выводу, что мораль едина. Угу. Есть общие признанные моральные ценности. Вот давайте мы их будем соблюдать. Мораль. Нет. И тогда это будет свобода. Тогда мы идем, тогда мы неправильно. Ну, будем стараться. Будем стараться. Как можем. Как можем. И тогда надо нам понять в следующем беседе, все-таки определиться, общепринятая мораль, что же это. Что же это такое? Ну, это будем, в следующий раз. Да, морализовать. Будем дальше. Их там немного. До свидания. До свидания. До новых встреч в эфире!